Вторая серия «Космические зайцы улица». Камера в центре, на разделительной линии. Справа и слева – дома, над домами небо, над домами солнце, которое еще не высветило всей улицы. И снова – далекий голос трубы. И появляется из наплыва уже знакомый нам фокусник. Руки – белый плащ, белый цилиндр – ботинки. Но лица не видим. Как бы из воздуха появляется. И казалось бы все реальным, если бы не труба. И ее голос, и мелодия, что будто для себя играет фокусник. Он идет на население. Камера вместе с ним открывает пространство, и в кадр входят инструменты, которые подхватывают мелодию и как бы готовятся разогнать ее. Инструменты располагаются тут же на улице. Из наплыва в наплыв инструменты. Фокусник манипулирует картами, и кадр заканчивается тем, на чем он остановился в первой серии. Две половинки карт соединяются, наезжают на нас, заполняя весь экран. Стопка одраживает, и Коля, резко развернувшись, бежит в сторону ящиков, за которыми скрывался, а уж оттуда ко входной двери. А там, по уже знакомому коридору, быстро за поворот. И вот он уже в зале космопорта, где так же тихо, бессуетно, светло. Никогда не подумаешь, что где-то внизу могут таиться такие страшные люди. Коля успокаивается. И тут видит, что через зал идет старик Павел. «Здравствуйте!» — кричит Коля, кидаясь к нему. «Как хорошо, что вы здесь!» «Что, побывал на Луне?» — улыбается старик. «Нет», — говорит Коля. «Не пускают». «Я там внизу был. Хотел тайком пролезть?» «Ах, детские годы! Но я видел там странных людей». «Каких же?» «Они приехали в ящики, чуть меня не убили. Твое воображение, мой юный друг». Говорит старик Павел, обнимая мальчика за плечи. Переходят все границы. Но в твои годы я тоже встречал бандитов и разбойников. Как жаль, что все они перевелись. Но я, честное слово, видел. Сейчас некогда проверять твои теории, дорогой Николай, говорит старик. У меня к тебе деловое предложение. Хочешь, по старой дружбе, я познакомлю тебя с моим сыном. А кто ваш сын? Коля оглядывается. Толстого и тонкого нигде нет. «Мой сын, командир звездного корабля, Федор Полосков. Через несколько минут он войдет вон туда, где его уже ждут друзья. Командир звездного корабля, я подозревал, что мы с тобой здесь снова встретимся. Ну, пошли?» Старик ведет Колю к группе встречающих, расположившихся на смотровой площадке. Среди встречающих не старый человек, худой, с веселыми глазами. «Профессор, добрый день», — говорит ему старик Павел. «Поздравляю вас, Павел Игнатьевич», — говорит профессор. «Для вас сегодня праздник вдвойне». «Спасибо. Познакомьтесь. Мой юный друг, Коля», — говорит старик. «Очень приятно», — Селезнев протягивает Коле руку. «А это знаменитый профессор Селезнев, директор космического зоопарка «Космозо», крупнейший в галактике специалист по космическим животным». «В Москве «Космозо»?» — удивлен Коля. «А разве ты там не был?» — удивился Селезнев. «Коля вообще не очень обыкновенный мальчик», — говорит старик Павел. «А где ваша Алисочка?» «Алиса в Космозо». «Как всегда, перед Колей широкое окно. За ним поле, на котором звездные корабли». Коля, забыв обо всем, бросается к окну и не видит, как в зале появились пираты, а один из них, что-то шепнув другому, направился к старику Павлу. Кстати, напомним, что одного из пиратов зовут Крыс, другого — Весельчак У. Весельчак утрогает деда Павла за рукав. «Профессор Селезнев, это длинный?» «Простите», — дед сразу насторожился. «А вам что надо?» «Дружок твой?» «Мы близко знакомы. Но я не понимаю, сейчас поймешь». Весельчаку раскрывает ладонь. Направляет палец на Павла. Из пальца вылетает миниатюрная молния. Дед сразу оседает, становится мягким и податливым. Крыс подхватывает его и сажает в кресло. А Весельчак уже превратился в деда Павла и направляется к Селезневу. Крыс на шаг сзади. «Селезнев», — говорит уже Павел. «Познакомься. Мой друг прилетел. Ученый, дикое дело. Миелофон изобретает». «О, да, есть очень приятно», — говорит Крыс. «Вы есть меня обогнали. Мы есть догоняй». «Сотрудни, сорупни, чество, так?» «Простите», — говорит Селезнев. «Вы с какой планеты?» «Он из системы Стрельца», — говорит лже-Паша. «Специально прилетел посмотреть, чего ты тут натворил». «Тогда нам с коллегой», — говорит Селезнев. «Лучше говорить на его родном языке». И Селезнев произносит длинную фразу, состоящую из свистящих и щелкающих звуков. Крыс буквально обалдел. «Чего?» — говорит он тупо.
Мой друг, вмешивается весельчак У, давно покинул родину. Он из вежливости предпочитает говорить на языке земли. Так что же вас интересует? Я есть смотреть мейлофон. Давайте сделаем так, говорит Селезнев. Сейчас я занят, прилетают мои друзья, мы с Павлом их встречаем. Коля оборачивается. Он удивлен. Подходит к ним. Где есть мейлофон? Настаивает крыс. Он у моей дочери Алисы, говорит Селезнев. В космозо. Она с его помощью читает мысли некоторых загадочных животных. Коля трогает лже-Павла за рукав. Тот отмахивается. «О, нет!» — говорит крыс. «Такой ценный аппарат. Это власть над всей вселенной. Это читать чужие мысли». «И отдал дочке?» — говорит лже-Павел. «Павел, ты же знаешь Алису. Я ей полностью доверяю», — говорит Селезнев. В этот момент гремит оркестр, открываются двери. «Сейчас войдут космонавты». Дедушка Павел шепчет Коле, потянув старика за рукав. «Это он». «Отстань, мальчик», — говорит лже-Павел. «Пошел, пошел, это же пират, понимаешь?» «Я тебе говорил». «Мотай отсюда», — шипит лже-Павел. «А то пришибу, понял». «Мотай, мотай», — вторит ему крыс. Селезнев не слышит. Он пошел к открытым дверям. К нему присоединилась прекрасная Лукреция. «Вы что, меня не узнаете?» Но весельчак отбросил Колю и направился к двери. Крыс за ним. И тут Коля видит второго старика Павла, который сидит в кресле. Он не верит глазам. «Останавливайте!» И видит, как на ходу уже Павел превращается в весельчака. Тогда Коля кидается к старику Павлу, трясет его за плечо. Тот вяло открывает глаза. «Это пираты!» «Очнитесь!» — говорит Коля. «Что со мной?» — спрашивает он. «Вам плохо?» «Ко мне подошли двое», — медленно говорит старик. «Они спросили про Селезнева, а потом я ничего не помню. Я побежал», — говорит Коля. «Вы справитесь?» «Да, мне уже лучше. Никому не говори, что мне плохо. Мой сын Федор прилетает, он будет переживать. Я их найду», — говорит Коля. «Не беспокойтесь». И он бежит вслед за пиратами. И вдруг видит, что пираты остановились у справочного робота, к которому Коля сам подходил недавно. И слышит голос робота флайером до проспекта Мира. Оттуда к космозо идет шестой автобус. «Привет», — говорит весельчак и бьет кулаком по автомату. В том большая вмятина. Пираты весело смеются. Никто не видит их. Все встречают космонавтов. «Космозо», — говорит весельчак, покатываясь от смеха. «Космозо», — вторит ему крыс. «Миела», — говорит весельчак У. «Фон», — заканчивает крыс. «Алиса», — говорит весельчак. Крыс делает руками красноречивый жест, будто сворачивает шею курица. Тут они видят замершего Колю. «Кыш!» — говорит ему весельчак уезда крыс, протягивает в его сторону руку. Коля инстинктивно отшатывается. Тонкая молния вылетает из пальца крыса. «Остановите их!» — кричит Коля, стараясь перекричать музыку. «Тревога!» Никто не слышит. Но пираты бросаются прочь из зала. «Ну уж нет!» — говорит Коля. «Не выйдет!» И он бежит следом за пиратами. Стремительно взлетает к небу пузырь, в котором сидит Коля. «Укажите направление», — говорит пульт пузыря. Коля крутит головой в поисках пиратов. Небо пусто. Лишь сбоку по курсу летит одинокий пузырь. «Беру управление на себя», — говорит Коля. Пузырь совершает крутой поворот, гонясь за другим пузырем. «Вы превысили скорость», — говорит пульт управления. «Да погоди ты», — рассердился Коля. «Пираты уйдут». «Игры в пиратов и разбойников в воздухе строго запрещены», — говорит пузырь. Наконец Коля может заглянуть в тот пузырь, за которым гнался. В нем сидят две девочки. Они машут Коле руками. «Ладно», — говорит Коля. «Тогда вези меня на проспект Мира к автобусной стоянке, только быстро». Проспект Мира. Остановка автобусов. Два пирата идут через площадь. Останавливаются у автобусов. Видят автобус, проспект Мира, зоопарк. Забираются в него. Пузырь с Колей опускается на площади, Коля выбирается из него, задерживается, стараясь оцепить сетку с бутылками, зацепившуюся за кнопки по пульте. Наконец он свободен,